Зина! Слушай, представляешь, сыр без хлеба жрет. Я ему говорю, что же вы хлеба-то не берете? Я, говорит, не хочу полнять. Это, может, и дурак. Все хорошее без хлеба есть. Господи! Лена! Выйди из лужи! Выйди из лужи! Кому я говорю? И зачем я только с ними съехалась? Я на базаре куренка купила, он вроде больной. А чем брала? Рубль. Ну, они по всему базару дуру искали. Конечно, больной. Да что, разве куры болеют? Ну, а как же, у них печень бывает увеличенный, туберкулез. Да. А лекарства им дают? Ну, какие корм лекарства? Лекарства. Ты только варить его не вздумай. Черт с ним, с рублем. Лена, надень беретку. А куда же я его теперь дену? Да выкини все. Ты что, он же живой. Вчера, представляешь, вышел из ванны. Слушай, я пойду, меня ждут. Лена, марш домой! Марш домой, сколько можно тебя звать? Ну-ка, ушки закрыли, глазки закрыли. О-о-о, вот какие мы чистые. А, какие мы. Вот, кто это у нас такой чистенький, кто у нас такой беленький? А, ножки помыли. Сейчас, идем. Сейчас посмотрим, кто к нам пришел. О, о, кто это у нас такой красивый? Идем, идем. Ты знаешь, когда он вчера домой явился? В первом часу ночи. Ты представляешь? Пока маленький ничего вырастет, боюсь, затаскует. Кто? Петух. Пошла ты к черту со своим петухом. А ты со своим зятем. С ума сошел. Соседи кругом. Разорался, как в курятнике. Тихо. Весь дом перебудешь. Ничего, зато орать не будешь. Это уж слишком. Ты меня извини, но другого выхода у меня нет. Сам виноват. Поговори у меня, поговори. Ну-ка, иди сюда. Тихо. Оп. Вот так. А что делать? Иначе ты в суп угодишь, а я в милицию. Ладно, давай спи. Хватит. Пора спать.
Вам кого? Какая-то стала. Ты что? Не узнаешь? Эдик. Да, это называется, что ты живешь в Москве. Очень хороший район. Здесь даже иностранцы живут из Африки. В Африке они там ко всему привыкли. У них там вообще пустыня Сахара. Вас что, готовых кур не продают? Продают. Опять? А что живешь? А вы как? Публицистом стал. Сейчас в Москву приехал. Издательским делом. Участок добрых воспоминаний. Что это за участок? Кладбище. Да. Все на ярмарку, а я с ярмарки. С какой ярмарки? Жизнь прошла. Ничего хорошего не было. Все-таки что-то было. А помнишь, как ты меня любила? Нет, не помню. А я помню. Меня потом никто так больше не любил. А семья у вас есть? Никого у меня нет. Так что, давай поженимся. Зачем? Ну, как зачем? Будем вместе стариться. Но я уже не люблю тебя. То хотя я ж тебе не любить зову. Я тебя зову вместе стариться. Тоже мне невеста. Я вас с молоду звала стариться. Так что? А ну давай сюда. Воспитанная тварь. Вы сами первые начали. Как тебе не стыдно? Замолчи сейчас же. Все равно нельзя себя так вести. Ой.
жених, писатель. Что? Когда встретимся? Где? На участке добрых воспоминаний. У тебя кошка дома? Спит. А что? У меня петух пропал. У меня зятя в больницу увезли. С язвой желудка. Говорят, на нервной почве. Это я сова вспахала. Я. Что вспахала? Почву. Эту. А у меня петух пропал. Украли. Сам ушел. Иди на базар и купи себе другого. Зачем мне другой? Ну, вместо того. Место. Никого нельзя заменить. Никем. У тебя.